И снова здравствуйте! С вами «Последние новости». Средства массовой информации пишут, что известный артист Василий Лановой попал в больницу накануне своего 85-летия, который он будет праздновать в середине января. Он сказал, что ничего страшного не произошло, у него простудное заболевание. А в интервью изданию «Союзное вече» он заявил: «Я тут дней на пять, но в свой день рождения, 16 января, у меня спектакль, и я обязательно выйду на сцену». В день рождения Лановой сыграет в театре Вахтангова, в котором он служит более 60 лет. Также в этот день 20-летие отметят постановку «Посвящение Еве». Кроме этого, стало известно, что 1 февраля в Москве пройдет юбилейный концерт в честь артиста. «Он еще не скоро, 1 февраля, так что точно поправлюсь», – заявил Василий Лановой. Напомним, что Василий Лановой – артист с украинскими корнями. Его родители в далекие 30-е годы покинули село в Одесской области, спасаясь от голода. А нам остается пожелать великому и талантливому артисту здоровья и скорого выздоровления. Спасибо за просмотр этого видео. Не забудь подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. Мы будем также рады вашим лайкам и конструктивным комментариям. До новых встреч!